Черкассах льготники вышли на акцию против так называемой монетизации проезда. Участники АТО, афганцы, чернобыльцы и пенсионеры возмущены суммой компенсации. Областные депутаты посчитали, что 60 гривен вполне достаточно в месяц. Все подробности узнаем от Станислава Кухарчука. Общественным транспортом Сергею приходится пользоваться по меньшей мере дважды в день, из дома на работу и обратно. В район, где находится его фирма, троллейбусы не ходят. Добираться нужно на маршрутке. Сергей – участник боевых действий, поэтому проезд для него пока бесплатный. Высвечение девушки. С 1 июля удостоверение УБД Сергею Диденко в транспорте больше не понадобится. Эту льготу монетизируют. Другими словами, выдадут деньги. После распоряжения Кабмина депутаты Черкасского облсовета подсчитали. На проезд в общественном транспорте льготникам на месяц хватит 60 гривен. Мужчина констатирует, от таких улучшений его и без того скромный семейный бюджет только потеряет. Я посчитал, мне теперь зависит на 8 суток, надо потратить 120 гривен. 180 гривен, а мне дают 60, то 120 я буду платить из своего кармана. Монетизация коснется всех льготников без исключения. И речь идет не только о поездках по городу, но и по области. Компенсация в 60 гривен самая маленькая по сравнению с другими областями. Например, во Львовской это 135 гривен, в Закарпатской 120. В Черкасском союзе воинов АТО решение местных депутатов назвали абсурдным. Даже если ездить только в коммунальном транспорте, как рекомендовал Кабмин, 60 гривен не хватит. Вони рахують 2 гривні разовий проїзд в день на 30 днів. Получається 60 гривень. Це теж абсурдно, тому що якщо людина переміщується по місту Черкаси не, ну, в зворотньому напрямку із пункту А, із дому, наприклад, туди, куди йому треба, і назад додому, то це вже получається 4 гривні. Сьогодні возмущені льготники прийшли к обладміністрації з требованням пересмотреть условия монетизації. Чиновники уверяють, сума приблизительна. Районні, сільські і городські власті мають право її змінити. Це не є догма, ще раз кажу, що це той розрахунок, який на сьогоднішній день ми виконали згідно постанови Кабінету міністрів. От. І далі самі органи місцевого самоврядування можуть приймати і 1000 гривень. Це їхні можливості, їхнього бюджету. Уже на ближайшей сессии 27 июня областные депутаты будут рекомендовать местным властям пересмотреть сумму компенсации. А до того чиновники просят организации, которые занимаются льготниками, рассчитать реальную сумму. Станислав Кухарчук, Павел Тимошенко. Подробности телеканал Интер. Черкасы.